Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Mate 20 Pro. И сейчас я покажу вам, как подключиться к частному DNS-серверу. Открываем настройки, выбираем другие соединения и выбираем частный DNS. И здесь мы можем выбрать либо авто, либо настройка частного DNS и ввести здесь имя хоста. На этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.